И еще ко Дню Победы. В Чебоксарах прошел патриотический флешмоб. Мы помним. Именно эта фраза появилась на площади республики. Волонтеры и молодые люди со всего города выстроили два слова. Целый месяц посетители портала «Открытый город» голосовали за 4 предложенные фразы. В итоге около 60% выбрали словосочетание «Мы помним». Мы помним подвиг наших дедов, прадедов. И для нас это важно чтить и передавать из поколения в поколение историю этого ужасного события. 800 юношей и девушек по 50-70 человек в каждой букве. И на площади, как на чистом листе, появилась заветная фраза. Мы патриоты своей страны, и мы хотим выразить свое уважение ветеранам и всем, кто отдал какую-то частичку себя ради победы. Для меня это очень ценная, необходимая акция, потому что мы можем еще раз всем сказать с уверенностью, доказать о том, что мы, молодежь, помним наших предков, и мы им безумно благодарны. Мои 3 прадеда принимали участие в Великой Отечественной войне. К сожалению, ни один из них не вернулся домой живым. Для меня важно сохранить память о тех, кто боролся ради нас, кто ценой собственной жизни. В каждой семье своя история. 2 прапрадеда Гильгиня и Зайтуловой пропали на войне без вести. Это такой праздник, который мы должны помнить все, должны гордиться своей страной. Потому что если бы не победа, то нас бы не было вообще. Спасибо деду за победу, хором скандировали участники флешмоба. На площади звучали фронтовые песни. Волонтеры подпевали. Выходила в ноги Катюша. Женина, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика.